Диплом Сипягина подтвержден. Руководство РАНХИС заявило о подлинности документа о высшем образовании действующего губернатора. Напомним, скандал разыгрался в эти выходные, когда наши федеральные коллеги выпустили материал, посвященный липовым документам об образовании и специалистам на бумаге. В нем в том числе прозвучало сомнение в подлинности диплома о высшем образовании владимирского губернатора. Якобы выпускники вуза, в котором учился Владимир Сипягин, его не помнят, а диплом о высшем образовании не трудно подделать. За разъяснением мы обратились в владимирский филиал РАНХИС, который раньше назывался Российской академией госслужбы. Именно в нем, согласно официальной биографии, с 1997 по 2001 год обучался будущий губернатор региона. Там нас заверили, что Владимир Сипягин действительно проходил обучение, и сомнений в подлинности его документов в вузе нет. У нас при выпуске студентов, окончивших обучение по нашему направлению подготовки специальностям, в личное дело обязательно делается копия диплома и приложение к диплому. И хранится вместе с личным делом. В архиве филиала есть личное дело губернатора Владимирской области Сипягина Владимира Владимировича. В личном деле есть все необходимые документы, которые сопутствовали обучению данного студента, и также диплом, который ему выдавался в 2001 году. Он обучался на заочной форме, специальность государственной муниципального управления. Как пояснили в учебном заведении, к ним нередко обращаются за подтверждением подлинности документов о высшем образовании, если необходимо проверить кандидатуру госслужащего или сотрудника правоохранительных органов. В этом случае по официальному запросу проверяется наличие личного дела и базы документов о высшем образовании. Как подчеркнули в пресс-службе Белого дома, вся информация об образовании губернатора области представлена на официальном сайте и соответствует действительности. Кроме того, в одном из интернет-сообществ пресс-секретарь Владимира Сипягина опубликовала фото диплома губернатора о высшем образовании. Мы живем с вами в небольшом городе, где все друг друга знают. Невозможно было бы скрыть факт отсутствия высшего образования уже на стадии предвыборной гонки. Все эти факты говорят о том, что высшее образование нашего губернатора есть, диплом у него подлинный.